Были такие прецеденты, когда женщины воевали, участвовали в каких-то там боевых действиях, может быть, отбивали какие-то Да, это террористы? было. Но это единичный случай, да. Значит, казаки после этого поменяли свою тактику, да, когда они уходили в какой-то набег. Вот, враги в таком случае нападали на их жилище. И были случаи, один случай был на Дону, и были случаи на линии против черкесов и чеченцев. Да, мы имеем 2-3 случая, когда женщины выходили там на бруствер, отбивались и отбили наступление. Вот, после этого был введен непререкаемый закон. В набег идут две трети, треть остается дома. Вот. Так что, ну а женщина, господи, понятно, поживи тут в таких условиях, там, да, погоняй скотину в степи, конечно, ты будешь достаточно сильная, чтобы там, особенно с оружием в руках, отбиваться. А вот даже, по-моему, Шолохова, ведь стихи с этого и начинается, что вот у Мелехова бабка была турчанкой, что ее там... Да, так вот, там, если внимательно читать Тихий Дон, значит, объявили, что она турчанка, да? А потом, когда Мелехов приходит, Григорий Мелехов, наниматься к генералу, генерал что говорит? Да, помню, из черкесов. Да, то есть она вообще-то, вот здесь ее где-то прихватили. Ну, я вам хочу сказать, что очень много кого знаю, кто у кого тоже, что да и у нас в семье, да и у многих знакомых, да, где-то кто-то там, прабабка, там, пра-пра-пра, где-то там, да, турчанка, там еще кто-нибудь, вот, там такого только не приплетают, даже не мусор. Да, ничего. Нет, ну если реально посмотреть, да, ну офицер еще мог себе позволить, да, во время службы жениться, значит, где-то на местном. Но захват женщин, да, значит, если ты служишь в регулярной армии, это не татарыш, когда у них работорговля поставлена как национальный промысел. Да, они, собственно, этим занимались. А когда ты служишь в армии, ну пойди, захвати где-нибудь и приведи с собой домой. Какой тебе командир разрешит? Где ты там держать будешь? Вот. Потом ты ее, допустим, держишь в обозе, это все. Все бойцы вот так вот смотрят, да? Что она там делает? Ну да, это, кстати, в голову приходило постоянно, что действительно, как довести. Ну да. Но с другой стороны, смотрите, вот я знаю людей со станицы Елизаветинской, скажем, они все, ну, как один, все черноволосые, такие вот смуглые, там, с бородой, щетиной прямо такой черной. Я вот когда в Турции был один раз, я заметил, что как бы какой-то, знаете, сходство. Есть, да. Значит, по стереотипу поведения наши местные очень много похожи на балкарцев, карачаевцев. Это потомки половцев. Вот если смотреть по языку, был такой Плинио Карпини, итальянец, и он написал словарь половецкого языка, Кодекс Куманикус. И когда стали сравнивать, такая работа проводилась, значит, современные языки народов, населяющих Россию, с языками, значит, которые тут проходили кочевники, да, вот, допустим, чуваш – это язык очень похож на язык гуннов, да, почему Василий Иванович Чапаев был такой, значит, храбрый, дрочливый, да, он потомок гуннов, оказывается. Вот, а, значит, кто там у нас еще? Вот из современных языков карачаевский и балкарский ближе всего к половецкому. Вот, среди донских казаков на Верхнем Дону там по анализу генного кода 5% нагайцы. Вот. Поэтому, ну, опять-таки, жизнь, да, жизнь в условиях фронтира, по стереотипу поведения, ну, иногда мне бывает легче договориться с кабардинцем, чем с кем-нибудь из Москвы. Вот. То есть, это бесспорно. А что касается Елизаветинской станицы, это станица вообще 1802 года, и заселена она по-казачьи малороссиянами, украинцами. А вот юг Украины, там, ну, во-первых, там очень близко было Крымское ханство, и они постоянно там, да, там очень много болгар, там очень много молдаван, вот, поэтому, да, вообще такой внешний, значит, антропометрический тип, да, они очень похожи бывают, черненькие такие. Ну, откуда украинки? Черненькие, а русские белые. Есть же такое, да, значит, честь среди женщин. Вот, если женщина смугленькая, ну, это, скорее всего, с Украины, да, черноволосая. Если светленькая, то это вот из Центральной России. Могли в свое время купить казаки. В Азове. В Азах. Да.
Азов – крупнейший рынок работорговли. Значит, у нас Николай Александрович Миненков, это крупнейший специалист, он как-то молчал, потом целая лекция работорговли у донских казаков. Значит, они спокойно работорговлей занимались, значит, ну, не только донские казаки. Вот посмотрите, государство во время Северной войны, Петр I, когда повел, ну, донских там мало было, в основном он повел украинско-реестровое войско против шведов. Казна пустая. Чем расплачиваться? Он говорит, ну, кого поймаете, местных чухонцев, забирайте себе, как пленных, крепостных. И те их погнали, да, и, значит, патриарх Константинопольский Петру I писал, что да, страшные вещи творятся на Черном море. Христиане торгуют христианами. То есть запорожцы, украинские линейные, эти реестровые, моментально их стали, значит, продавать туркам и татарам, вот этих пленных, которые пригнали с Прибалтики. Да? Значит, на Дону последний случай работорговли 1783 год. Пригнали 2000 ногайцев и продали. Ногайскую орду разорили. Вот, кстати, посмотрите, из всех народов, населяющих Северный Кавказ, ногайцы до сих пор не имеют национальной автономии. Суворов так разогнал, рассеял, что они до сих пор собраться не могут. Да? Есть ногайский район в Дагестане, правда. Вот. Вот ногайцев тут продавали. Значит, очень много привозили пленных. Ну, тут, видите, тут, может быть, не для продажи. Было такое явление домашнее рабство. То есть ты его приводишь, селишь у себя в семье, он на правах ребенка, то есть он, ты его кормишь, о нем заботишься, он работает, но права голоса он не имеет, как ребенок. Да? Некоторых там, значит, женили, да, на своих там дочерях. Вот. Такие случаи домашнего рабства, кстати, были распространены очень у черкесов, когда этих черноморцев ловили, да, и за них там приезжают, вот мы тебя выкупим, да я не поеду, я тут женился. Да? Вот. Значит, чеченцы нет, там те в зиндан сажали, и только за выкупы их не считали вообще за людей. Вот. Так что здесь, ну, рабство было. И в качестве женщин, ну, а что, поехали в Азов, набрали там, значит, те центр работорговли Феодосия и Азов. Ну, это если ближе к нам всего. Вот. Так что тут... Ну, потом же отношение к женщинам было какое, это ж не римские матроны, это как это, патриархальная семья, да, там, значит, ну вот если там в океане женщин покупали на откорм, чтобы их съесть на праздник, да, тут такого, конечно, не было. Но отношение к купленным было. И только, ну, там же знаете, что бываешь, купишь себе на голову, да, она там такая, что даже купленная тебе на шею садится. Так что тут. А между. Нет, вот этого я не знаю, и таких прецедентов нет. Ну, во-первых, запорожцы, они давали обет безбрачия, вот, особенно старшин. Там у них очень жесткий регламент был. Атаман может быть только неграмотный, потому что грамотный сдаст, предаст. Их отношение к интеллигенции было отрицательное. Вот. Старшины все без брака, значит, безбрачные, там, значит, холостые, да, почему? А это было сформулировано позже. Значит, договаривайтесь с семейными, а не податливее. Если у него семьи нет, ему бояться не за кого, да, он не будет договариваться. А вот кого семья, да, вот так вот, те боятся уже за будущее, за детей боятся. И поэтому запорожцы четко говорили, старшины не женаты, атаман неграмотный, вот тогда все будет хорошо. Да, но в самом Запорожье вообще за, ну, женщин туда не пускали. Если приведешь женщину, могут голову отрубить. Вот. Где-то же семьи у них все равно. Были, но далеко там по окраинам, а не по этим селениям. Да, у них были семьи. Ну, Тарас Бульба, да? Откуда у него два сына? Ну, жена родила, да, значит, вот он. И с ними уезжает, значит, вот в Запорожскую сечь, где женщин нет. Вот. А были ли у них какие-то такие контакты на таком уровне? Ну, вот если смотреть, мы сейчас исследуем Донская верхушка, там они старались родниться друг с другом. Вот. Ну, мы генералов смотрели. Генералы двух, да,
не на своих. Один женился на дочке генерала Шевича, серба, второй женился на дочке генерала Деприрадовича, серба, ну, генеральские дочки, да, а потом, значит, как он там, у нас был первый граф из донских казаков, это Денисов, да, а его внук Орлов Денисов, тот женился на дочке министра финансов в России. Так что, вот. Так что они, конечно, пытались, но с точки зрения каких-то выгод, вот такие браки между донской верхушкой и запорожской, да, но запорожская верхушка формально вообще семьи иметь не должна. И нет, я не знаю таких случаев, чтобы они между собой роднились через женщин. Ну, это просто не зафиксировано. Да, может быть. А так, в принципе, могло быть, что Запорожье взял дончанку, а там Донец взял какую-нибудь там дочку какого-нибудь запорожского казака, как бы, ну, рядового, естественно. Но они же как-то все... Ну, это что, да, да, но это а надо туда съездить, сына, правильно? Да, и вернулся оттуда уже сын с женой, как вариант. Может быть, но... Ну, нет, нет, я понятно, если мы этого не знаем, то это не значит, что этого не было, но данных нет. С другой стороны, вот, если идет армия, скажем, ласнетов, их сопровождали зачастую там, как это называлось, обозные, носим, простите. Да, да. Наверняка такие феномены такие были, то есть, что, или нет? Нет, с местными женщинами, конечно. Но чтобы за собой жену таскать, ну, это только офицер мог, и то очень редко. А если не жену, то есть, вот, я так понимаю, насколько мне это представляется, что он вас нет, это не просто, то есть, грубо, женщина, которая выполняет чисто функцию. Значит, да. На всех одна там. Ну, есть у нас сущий, Сережа, значит, который написал статью, что там вообще, дескать, общие жены были. Но доказательств тоже нет. Значит, я могу привести вот такой пример, да, значит, обряд проводов в армию, что с ними прощаются родители, с ними прощаются жены, и при выезде из хутора, ближайший перевал, там, значит, привал, да, с ними прощаются спрятавшиеся их любовницы, там из-за врага выходят. Вот. То есть они все равно прощались, они их с собой не брали, этих любовниц. Вот. А в походе, ну нет, чтобы с собой кто-то жену возил, во всех вот документах, мемуарах, чтобы он ездил куда-то с женой. На местах, да, вот где они становятся на постой, там даже этот Адриан Карпович Денисов, который не особо наличика был, да, значит, и то там к нему женщины ездили, там он их шоколадом угощал, особенно когда в Польше стояли, там, значит, вот это он. Вот, и производство его из майоров в подполковники, именно за, как это, как он понял, за хорошее отношение к населению, что он там их не ругал, не бил, не грабил, а кофе поил, значит, тут, тем более в Польше кофе какой, тут он местный, да, он мастер кофе варить, тут они всю жизнь кофе пьют, Нижней Черской станице, Нижней Маночской станице, там они по утрам традиция кофе пить, и уж варить, да, то есть вот он полек совращал, кофе им поил, спаивал. Вот. Нет, не знаю я так. Но вообще, женщина в армии, да, вот перед нами, покажите фильм «Гусарская баллада» профессионалу. Да, я прошу прощения, слушайте, ну их же в туалет выводят, да, как она там с ними будет. Солдат, да? Вот так вот.